Всем привет! С вами Яна Черней. И в сегодняшнем видео я хочу распаковать с вами товары не для рукоделия, а товары для маникюра. Если вам интересно, продолжайте смотреть. И для начала я бы хотела рассказать вам немножко про магазинчик. Это интернет-магазин, который называется Beauty Nikopol, ссылочку на который я обязательно оставлю в описании. У него есть весь материал, а также оборудование для маникюра. Смотрите, сейчас буду вам показывать. Огромнейший выбор ламп за ту цену, которая вам больше подходит. А также большая палитра гель-лаков. Я, кстати, когда заказывала, немножко растерялась, потому что хотела именно все. Но как бы лимит не позволял мне заказать много, поэтому обошлась только 3 гель-лаками. Позже в видео я вам покажу, какие именно я заказала. Также в магазине очень большой выбор расходных материалов. Смотрите, какие именно я вам сейчас буду показывать. Так как у нас сейчас время карантина и не все магазины открыты, а именно те магазины, которые для маникюра, то я вам предлагаю именно сделать заказ в этом магазинчике. Товар приходит очень быстро и рекомендую, он очень качественный. А еще вы можете заказать доставку наложенным платежом, если ваш заказ не менее 500 гривен. А еще магазин обязательно поставит вам подарочек. Ну а если ваша покупочка не наложенным платежом, то доставка новой почтой вам обойдется бесплатно. Сразу в коробочке вижу накладную. Для меня это очень удобно, потому что я люблю рассматривать, что и в какую цену я заказала. Итак, здесь у меня 2 вида геля. Один прозрачный, а один розовый. Сейчас покажу, как он выглядит. А вот и гель-лаки, про которые я вам ранее рассказывала. У них очень насыщенные цвета. Они мои любимые. Этот гель-лак тоже той самой фирмы. Смотрите, какие цвета. Еще заказала себе вот такую ромашку. Это для того, чтобы я могла видеть, какие гель-лаки у меня есть. И не только я, а те девочки, которым я делаю ноготки. Еще я заказала себе для стемпинга вот такие материалы. Это липучка, которая прозрачная. Хорошо видно, какой рисунок вы перебиваете. Еще есть карточка. И вот лак. Этот лак для стемпинга. Не рекомендуется брать гель или простой лак, который мы красим ногти, потому что он не подходит. И для стемпинга заказала себе для начала вот такую интересную пластину. Пилочки не бывают никогда лишними, даже не только если у вас гелевые ногти, но и простые свои ногти. Вот такие у меня размеры. Она мне очень нравится, вот такая заукругленная, потому что ей хорошо подпиливать ногти. Еще заказала себе вот такие апельсиновые палочки, чтобы отодвигать кутикулу. И вот есть у меня такой наборчик. Это специальное волокно, чтобы наращивать ногти. А также заказала себе разные кисточки для геля,
для росписи, ну и не только. А вот здесь у них идут дотсы. И вот еще один интересный наборчик. Здесь уже кисточек побольше. Вот, как вы видите, какие разные здесь есть размеры. Вот такая большая здесь даже есть. Ну, в общем, я очень кисточками довольна. Ну и как я говорила, в каждом заказе вас ожидает подарочек. Смотрите, какой у меня. Это вот такие стразики. А еще здесь есть наклеечки. Тоже очень красивые и качественно напечатаны. А еще вот такая визиточка. Можете посмотреть контакты и номера магазинчика. И повторюсь, ссылочка на магазинчик будет в описании. А еще магазинчик положил мне в подарочек вот такое масло для кутикулы. Очень ароматно пахнет и красивая, удобная упаковка. А еще хотела сказать, что по промокоду Чорней вы получите скидку 5% на заказ в этом магазинчике. Так что переходите по ссылочке в описании, заказывайте, получайте скидку и получайте удовольствие от вашего маникюра. А на сегодня у меня все. Если вам понравился формат такого видео, ставьте пальчики вверх и не забывайте подписываться на мой канал. Впереди будет еще очень много интересного. И до встречи в новых видео. Всем пока!